75 лет исполнилось известному поэту, краеведу, общественному деятелю, заслуженному работнику Высшей школы Чувашской республики Виталию Петровичу Станьялу. Виталий Станьял известен как литературный критик и ученый-исследователь. Его перу принадлежит большое количество статей и рецензий, посвященных творчеству чувашских писателей. Он автор более 80 научных трудов, в том числе 6 монографий, учебников, учебных пособий и программ по чувашской литературе для вузов и школ. Также он исследовал этнорелигию и этнографию. А широкую известность поэту принесли издания «В твоих объятиях край родной», «Первые шаги», «Классик чувашской поэзии» и «Осколки судьбы». Что вдохновляет человеку что-то творить, писать, учить, заниматься общественными работами? Наверное, какое-то отношение, чувство, обязанность перед родной землей, перед родным народом. Я полагаю, так. Прожил до 75 лет. Как говорил Никольский, ни одного дня без мыслей, без какой-либо полезной работы не проводил. Поэтому в свои 75 лет я могу считать себя счастливым. Вечер просто не смогли пропустить представители учреждений, в которых работал известный общественный деятель. Чувашский государственный университет имени Ульянова и Чувашский институт гуманитарных наук. Поздравить Виталия Станьяла пришли и его ученики. Я всегда говорю и буду говорить, что то, что у нас есть такой Виталий Петрович Станьял, это большой подарок для нас, потому что сами видим, да, что происходит у нас сегодня. Не любят, когда правду в глаза говорят. А Виталий Петрович такой человек, что у него есть в черте характера есть ершистость немножко. Он любит говорить правду в глаза. Вот это кое-кому не нравится, но и многим-многим нравится. Поэтому я очень рада, что я тоже была его студенткой. Он мне очень многое дал. Спасибо ему огромное. Долгих лет ему жизни. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Расиль Мухаметов, Республика.